кошелек в шкаф с посудой, забыть выключить газовую плиту, выйти из дома, так и не застегнув молнию на одежде, запутаться в именах, датах, оставить документы в автобусе, перепутать карточку от магазина с банковской или вовсе потеряться по дороге. Вы все это можете, если у вас нарушена работа сосудов головного мозга, и это следствие недостатка соединения под названием плазмалоген. Исследования последних 10 лет говорят о том, что один человек из пяти в возрасте 65 лет, а это примерно 700 миллионов человек, страдает деменцией. И сегодня наш телеканал с гордостью представляет уникальную японскую разработку, препарат, который поможет сохранить и восстановить нормальную работу головного мозга, потерянную с возрастом или травмами. Полностью натуральный состав и новейшие разработки в этой области позволяют утверждать, что это лучшее средство для нормализации мозговой активности человека. И только в честь годового сотрудничества вы получаете скидку 10 тысяч рублей на любой второй заказ. Количество 60 штук, а это как раз тот гарантированный комплекс, гарантированный курс, который позволит вам вернуть работу головного мозга. Рассказывает сегодня об уникальных капсулах плазмалоген Серебровская Вера, которая является руководителем департамента научных разработок компании «Технологии будущего». Вера, добрый день, я очень рада, что вы с нами, потому что вопросов много, а ответы мы иногда просто их не помним, что делать. Да, Леночка, добрый день, приветствую вас, уважаемые телезрители. Ну, во-первых, хочу сказать, почему, собственно, нас не было почти полгода в эфире, и сегодняшний эфир — это большая удача, потому что, ну, из Японии не летают самолеты. Единственный паром, вот, который все-таки, ну, представьте, какие расстояния преодолел, дошел до России, вот он наконец-то к нам пришел, и это еще не все. Плазмалоген сейчас весь уходит на внутренний рынок, потому что вышли последние исследования Минздрава, оказалось, что при вот таком огромном количестве пожилых людей в Японии, там очень-очень низкий процент людей, страдающих нейродегенеративными заболеваниями, их с приемом плазмалогена становится все меньше. И действительно, сегодня я с гордостью представляю этот уникальный, инновационный, не имеющий аналогов в мире продукт, который в прямом смысле способен подарить вторую молодость и здоровье нашему мозгу. Это настоящее японское чудо брейн-терапии плазмалоген, предназначен для борьбы со старением мозга, с проявлением возрастных изменений мозга и с возрастными патологиями, которые до сих пор во всем мире, кроме Японии, считаются неизлечимыми. Это разного рода деменции, болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Ученые всего мира бьются над вопросом, как одолеть этих врагов человечества, как вернуть молодость мозгу. И только почетный профессор университета Кюсю Кихико Фудзино в результате многолетних исследований, клинических испытаний нашел ответ на этот вопрос. Это брейн-терапия плазмалоген, экстрагированный из японского моллюска азума пектинида. Плазмалоген — это фосфолипид, жизненно важный для нашего мозга. Он регулирует все процессы, которые в нем происходят. Он защищает клетки мозга от окисления и нервную сеть от разрушения и накопления вредоносных белков, которые и являются причиной старческого слабоумия. И что очень важно, он способствует рождению новых, молодых, чистых клеток головного мозга. И это и есть настоящее чудо, потому что раньше считалось, что клетки головного мозга не восстанавливаются. Поэтому, если вы хотите помочь своим близким, которые страдают Альцгеймером, Паркинсоном, другими видами деменции, если вы хотите защитить себя от этих страшных заболеваний в будущем и уже сегодня избавиться от неприятных проявлений старения мозга, это нарушение когнитивных функций, памяти, внимания, реакции мышления, нарушение двигательной активности, мелкой моторики, головных болей, бессонницы, тумана в голове, тревожности, капризности, рассеянности. Если вы хотите восстановиться после инфаркта, инсульта, черепно-мозговой травмы, тяжелого ковида или наркоза, если у вас плохая наследственность, то есть кто-то болел в роду деменции, или вы просто хотите подарить вторую молодость вашему мозгу, то брейн-терапия плазмалоген — это то, что вам нужно. Нашим телезрителям, которым в районе 40 лет, я рекомендую одну упаковку принять, ну вот, так сказать, для пробы. Тем, кто старше 45 лет, у кого в организме уже наблюдается дефицит плазмалогена, конечно, двойной курс, он обязателен, и тем более с учетом вот тех фактов,
что Япония все забирает себе и совершенно, в общем-то, нет никакой логистики между Японией и Россией, я, конечно, рекомендую с учетом срока годности, это 3 года, запасаться как можно на дольше плазмологию. Да, тем более, что каждый второй курс у нас сегодня со скидкой в 10 тысяч рублей. Уникальный препарат из Японии, который не имеет аналогов в мире и запускает естественное омоложение клеток. Это запатентованный компонент. Курс для полной реабилитации и естественного восстановления нашего сознания. Представьте только, впервые мы представили плазмологин год назад, и с тех пор у нас было продано более 2000 комплексов. Люди говорят и отмечают, что действительно молодость мозга возвращается. Слушайте, но неужели это такой неизбежный процесс? И мозг стареет, и мы теряем память. Как это происходит? Да, к сожалению, Лен, вот, я тебе хочу сказать, что вот 80 тысяч клеток в день нашего головного мозга мы можем терять, если не будем принимать плазмологен. И вот вообще, ну, представь, что мозг — это такой гигантский компьютер, который регулирует все процессы жизнедеятельности. Это 100 миллиардов нейронов. Это 10 тысяч связей у каждого нейрона с другими нейронами. И вот представьте вот такую гирлянду, да, вот для наглядности, которую вот мы только купили, она сияет, переливает лампочками, но постепенно, со временем, проводки рвутся, лампочки перегорают или, например, покрываются грязью. И вот такая яркая-яркая гирлянда со временем превращается в тусклый ночник, если за ним не ухаживать. И вот то же самое происходит в нашем организме, если не хватает плазмологена. Плазмологен, он выполняет все, в общем-то, эти функции. Он очищает клетки головного мозга от вот этого налета вредного белка. Он и, в общем-то, чинит, то есть заменяет вот эти перегоревшие лампочки на новые. Он и восстанавливает напряжение в сети. И, в общем, все-все-все вот эти функции выполняют плазмологен за счет вот этого уникального моллюска зумопектинидов, в котором содержится плазмологен. И вот японский профессор Такихико Фуджина, он единственный в мире, кто обнаружил вот прямую связь между концентрацией в крови плазмологена и работы головного мозга. То есть пока мы все, точнее, не мы все, пока все ученые, я тоже себя к ним отношу, пока все ученые всего мира, они, в общем-то, пытались выяснить, за счет чего, собственно, стареет мозг, и за счет чего появляются вот эти страшные заболевания после 65 лет. Уже каждый пятый страдает тем или иным видом деменции. И только вот этот почетный профессор университета Кюсю Такихико Фуджина, он нашел вот эту прямую взаимосвязь, он взял у людей анализы крови и обнаружил, что у людей, страдающих деменцией, концентрация плазмологена в крови значительно ниже, чем у здоровых людей. Звоните прямо сейчас. Полгода мы ждали этот уникальный японский продукт. Сегодня он со скидкой в 10 тысяч рублей за каждый второй курс. Бесплатная доставка. Заботьтесь о своих близких и позаботьтесь о себе. Успейте дозвониться. Это самое выгодное предложение только сегодняшнего дня от японского бренда, который мы представляем сегодня эксклюзивно только на нашем телеканале. Звоните, успевайте выбирать для себя здоровье.